Сокровище. Ух ты! Ради этого? Нейт. Где Сэм? А, Сэм, вон он. Сэм! Да живой он, живой. Из-за него мы чуть все не погибли. Я его забираю. Нет, вряд ли. Рэйф, ты получил сокровище, отдай мне моего брата. После всего, что он сделал? Благородно, но нет. Еще немного, и мы все тут погибнем. Этого хочешь? Нет, конечно. Ну что, Надин? Рад видеть тебя живой. Будь душкой, забери у него пистолет. Давай сюда. И ты правда ему доверяешь? А? Не твое дело. К чему эти провокации, Нейт? Мы с Надин партнеры. А я всегда честен с партнерами. Встань туда. А вот вы с братом всегда злоупотребляли моим великодушием. Пытались обойти меня, и это будет вам хорошим. Ты что делаешь? Давай пистолет. Надин? Повторять не стану. Ты делаешь просто невероятную глупость. Посмотри. Хватит, дурака. Ты что? Посмотри. Ну смотрю, два скелета. И что? Я мало что понимаю в истории, но даже мне ясно, кто это. Просвети нас. Это Эвери и Тью. Они убили друг друга. Ну убили. Что теперь? Все, кто одержим сокровищем, получают свое. Что, бросишь нас тут погибать? Я ухожу. А что с вами будет, мне плевать. Надин, стой! Прощай. Надин! Надин! А ну открывай дверь, сейчас же! Рэйв, она ушла. Давай, помоги мне, мы выберемся. Ну нет. Так не пойдет. Помоги мне с Сэмом, а я помогу открыть дверь. Нет, я же не получу радости ни от одной монетки, зная, что ты и твой никчемный братец еще коптите небо. Ладно. Спокойно. Давай потом как-нибудь потренируемся в фехтовании. Эй, заткнись уже! А это не слишком? Натан Дрейк и вооруженный псих с личной армией на перегонки добрались до Шамбала. Ах ты ж! Натан Дрейк
Нашел затерянный город в сердце пустыни Рубель-Кали. Да хватит уже. Мы оба можем выбраться. Натан Дрейк сам отыскал Эльдорадо. Все, Рэй, хватит. Натан Дрейк – легенда. Знаешь, я пристрелил парня, который так сказал. Рэй, хватит. Я понял, ты меня сильно не любишь, но... Все это величие, Нейт. Пустой звук. Ты – полный ноль. И я предлагал тебе уйти. Я пожертвовал всем, чтобы найти Эмери, и я не позволю парочке мелких ворюг, старому пройдохе и вышедшей в тираж репортерши меня обойти. Раз тебе так дороги эти остолопы, я отправлю их следом за тобой. Ангард, урод. Вот это дело. Фехтовать умеешь? Да. Тыкать острым концом. О, будет весело. Этой бравадой скрывается жалкий пацан с манией величия, который даже фехтовать не умеет. Прощай, Натан Дрейк. Дрейк!
жизни досталось на блюдечке с каемочкой. Вот все, кроме этого! И это мой выбор. Все мое. Хочешь сокровища, Рейв? Забирай. Нет смысла. Давай! Черт! Слушай меня. Я мечтал найти сокровище с тобой. Сэм, хватит. И мы нашли его. Нашли его, брат, да? Вот и все. Нет. Должен быть способ. Нейт, ты уходи. Надо что-то. Да уходи! Надо что-то! Давай, я должен знать, что ты выбрался. Нет. Нейт, тут сейчас все взлетит на воздух! Точно! Точно! Что ты делаешь? Да. Сейчас! Что? Тебя! Голову береги! Они со мной. Где вы? Вот здесь. Все взяли? Да, вроде все. А что забыли, то можно продать. Может, все-таки подбросить? Спасибо. Но я люблю летать с комфортом, с коктейлями и откидными креслами. К тому же, нам с ней о многом надо поговорить. Это точно. И чтоб больше не звонил среди ночи последний разок. Обещаю. Спасибо. Береги себя. И не пропадай. Будешь в городе, с меня пиво. Это я запомню. А потом кролик все равно сбежал и оставил много неожиданностей прямо у директрисы на кровати. Эй, вот. Эй, ты что ей рассказываешь? Про твое увлечение фокусами. Придурок. Какой был псевдоним? Скажи ей. Великий Нейт.
Не понял, что тут смешного? В его оправдание могу сказать, он был и правда крут. Ага. Ну, Сэм, знакомство с тобой было приключением. Пожмем руки? Ну... Нет, давай-ка по-взрослому. Присмотри там за этим остолопом. Присмотрю. Я догоню. Ага. Хорошая. И похоже, за что-то тебя любит. Похоже. Слушай, предложение в силе. Спасибо, конечно, но нет. Если ты боишься нас стеснить, брось, нет, мы все обсудили. Дело совсем не в этом. То есть и в этом тоже, но... Просто я думал, что после сокровища Эвери я успокоюсь. А я наоборот. Почувствовал внутри какую-то... Пустоту. Да. Знаешь, каким бы классным ни было приключение, в итоге всегда это пустота. И однажды надо просто выбрать, что оставить себе, а от чего отказаться. Ну, я пока не готов выбирать. К тому же, ты больше меня повидал древних городов, и меня это напрягает, так что... Я тебе парочку оставил. Ну, спасибо. Ну, что, нам пора. Ага. Сэм, мы крутые. Это точно, брат. Иди сюда. Не делай ничего, чтобы не сделал я. Давай уже, катись. Огонькубе. Ага. Ну, Виктор, какие планы? Пока меня не втянули в это, я работал над одним деловым предложением. Деловым? Опасно? Ну, с этими людьми всегда так. А у меня как раз есть подходящий человечек для таких дел. Только что из тюрьмы вышел. О, даже не знаю. Ему можно верить? С оглядкой. Португальский знает? Quando seu marido voltar para casa? Переведи. Когда возвращается твой муж? Сойдет. Пошли. А сигара не найдется? А вот это перебор. Доброе утро. Это уж точно. Утро доброе. Ладно, сдаюсь. Что происходит? У нас большой контракт? О, даже лучше. Сегодня я продаю Джеймсон Марин. Да ладно. Ага. Ух ты. Ну, здорово. Тебя, наверное, можно поздравить? Пока нет. Но, думаю, все пройдет гладко. Покупатель жесткий. Но мы с ним поторговались и пришли к соглашению. Это прекрасно. Да. А ты останешься? Нет, 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 нет. Я хочу, наконец, расслабиться, с семьей побыть, порыбачить, опять же. Молодец. А что за олух все это купил? А, ты и купил. Что? Хватит прикалываться. Я не прикалываюсь. Стой, Джеймс! Эй, погоди! Привет. Доброе утро. Ты что здесь делаешь? Я хочу осмотреть будущее владение. Ключи я ему уже отдал. Так это что, ага. Серьезно? Нейт, не сомневайся. Это будет очень хорошее вложение. Решайся. В общем, звоните. Ладно. Привет. Привет.
Ты покупаешь Джеймсон Марин? Мы покупаем Джеймсон Марин. А, ясно. Супер. Зачем? Ну, я слышала про какой-то затонувший корабль у берегов Малайзии. Думаю, это для нас. Нет, милая. Мы же еле выбрались живыми из Либерталии. Да. Опять нелегальная работа? Ты знаешь, чем это может кончиться. Ну, почему нелегальная? Вот. Этим утром пришли. Разрешение? Да. У меня там остались контакты. Они сумели утрясти для меня этот вопрос. Так, кстати, не пришлось никому на лапу давать. Это хорошо, потому что денег на взятки у нас все равно нет. Ну-ка. Руку протяни. Что? Руку протяни. Давай. Охренеть. Ага. Откуда это? В кармане у себя нашла. И еще целую кучу. Кучу? Сэм. Он такой ловкий. Да. Конечно, большая часть уйдет на эту покупку. Ну и на видеоаппаратуру. Аппаратуру? Да. Раз уж мы достаем этот корабль со дна морского, надо взять команду, все заснять и возродить мою программу. Милая, а как же наша нормальная жизнь? Думаю, в своих попытках вести нормальную жизнь мы слегка перегнули. Слушай. Я поняла, что я тоже. Я скучаю по приключениям. И по нам скучаю. Теперь мы можем делать то, что любим. Но только с этого дня мы все делаем строго по закону, ясно? И я отвечаю за всю съемку своей жутко дорогой камерой. Ух ты. Ты действительно все продумала. Ну так. Но слушай, если не хочешь, только скажи, и мы все отменим. Что? Нет, 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 нет. Не будем лишать Джеймсона его раннего выхода на пенсию. Это жестоко. Ну да. Но будет непросто. Как и все интересное. Ну? Что скажешь, Натан Дрейк? Почему нет? Но только я не работаю с бумагами. Я тоже не могу. Я буду занята, у меня аж будет камера. А на мне дайвинг, я тоже занят. Ну что ж, ладно, тогда по очереди. Да. Или можем в игру сыграть? Серьезно? Да, я тренировался. Я уже крут, не... уже скорость реакции ну, прокачалась. Ну я же не могу. Правда? Я не могу так с тобой поступить. Боишься продуть? Я ни капельки не боюсь. По 10-бальной шкале. Как сильно ты боишься? Ну, на троечку. А, по-моему, там все 11. Что? Потому что я тебя сделаю. Да? Да. Боже. Это... Ладно. Все. Напросился. Thank you.
где они?